Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Всем большой привет, с вами Наталья Ксенчак и вы на Алексее ЦИМИ. Сегодня я наконец решила рассказать о том, о чем просили уже давно очень многие люди. В январе 2017 года я в компании 10 человек ездила на модный приговор, да, в Москву, на съемки. И вот сегодня я наконец решила поделиться с вами впечатлением в видеоформате. Для тех, кто читает мой блог или хотел бы больше ознакомиться с текстовым форматом, то прикреплю внизу ссылку, вы можете туда зайти и почитать. Ну а если вам интересно посмотреть именно в видеоформате, то продолжайте смотреть. Интересна даже история, как я попала на модный приговор. Ездила я туда, вопреки очень многим убежденным, что я там была стилистом или героиней, я была там просто зрителем. Но я могла туда вообще не поехать, если не одна история. В декабре 2016 года у нас в Нижнем Новгороде проходила альтернативная неделя моды от модельного агентства FK Model. Я списалась с директором этого модельного агентства для того, чтобы меня аккредитировали как единственного фэшн-блогера в Нижнем Новгороде. Мы пообщались с Верой Гладковой, затем несколько раз сотрудничали, ей то есть понравилась моя деятельность, мое творчество. И вот, значит, в январе 2017 года, когда Вера стала собирать команду поддержки на это мероприятие, она пригласила, в частности, и меня. На тот момент лично мы с ней знакомы не были, то есть только общались вот посредством интернета и виделись на альтернативной неделе моды. Я, конечно, стала читать кучу статей, как же одеться для съемок, почитала, что никаких принтов, белого, черного лучше не надевать. И, естественно, я стала отталкиваться от обуви, решила выбрать красные туфли, мои любимые. Естественно, весь образ уже собирался под него. Я хотела быть таким ярким, заметным пятном на фоне прочих. Естественно, моя фирменная вуалетка, сделанная моими руками, то есть это мой фирменный знак отличия. Естественно, я поехала в ней и в костюме 50-х годов, который ушивала, вот тоже, можно сказать, накануне. Кстати, по поводу костюма, утверждают все наряды заранее. Это нужно для режиссера, для того, чтобы вас снимали крупным планом, и режиссер оператором говорил, там, сейчас снимаем там девушку в зеленом платье, либо девушку в красном платье, и менять этого нельзя. Когда мы приехали на место, оказалось, что одна девушка поменяла наряд. И, конечно, редактор просто была в ярости, пришлось тут же искать из каких-то подручных вещей, собирать что-то похожее вот на тот образ, который был заявлен ранее. Мы думали, что мы едем в Останкино. Я знаю, например, пусть говорят, снимают в Останкино, но ничего подобного. Нас привезли, ну, я, наверное, назову это завод. Наверное, это и был завод. Там был тоже такой большой цех, который огорожен со всех сторон черными такими стенами. И вот внутри была оформлена студия. Мы с одной девочкой раньше всех накрасились, оделись и, естественно, пошли зачекиниться вот в этой студии. Там еще не были включены софиты. И, вы знаете, меня поразило, насколько студия какая-то вся пошарпанная, какая-то, ну, выглядит дешево. Настолько на экране выглядит все классно, дорого, богато и все новое. На самом деле нет. Там прям пол какой-то кошмарный, пошарпанный. Еще, знаете, на самом деле студия очень маленькая, и зрители на самом деле буквально, наверное, 4 ряда. Благодаря операторской работе, когда одна из камер проезжает сверху, кажется, что зал какой-то гигантский, очень огромный. Если вы когда-нибудь мечтали попасть на модный приговор, я бы, конечно, вас хотела от этого отговорить, потому что это такой прессинг, это настолько тяжело эмоционально, вот даже для зрителей, я не представляю, что испытывала героиня. Конечно, там бесплатно отдают вещи, там, ну, стоимости, наверное, 1060, но такое ощущение, что это вот компенсация за моральный ущерб. С чего все начинается? С того, что вашу анкету рассматривают редакторы, приглашают вас на собеседование вместе с вашими друзьями, которые будут тоже что-то говорить. Если вы понравились, если ваша история заслужила внимание, то редакторы начинают вас раскручивать, доставать какие-то, ну, буквально грязное белье доставать из ваших шкафов. Вообще все какие-то тайны, всех скелетов, доводить вас до слез, в общем, все вытаскивать, всю вашу подноготную. Далее следует 3 дня шопинга. Сначала вас привозят в маленький магазин с небольшим ассортиментом, с низкими ценами, с некачественными
тканями и просит вас подобрать 3 комплекта одежды. Никаких аксессуаров, никакой обуви, просто одежда. И так как вам все-таки нужно что-то подобрать, а выбор крайне невелик, условия ужасные, то, конечно, конкурировать ваши наряды с работами стилистов вообще не могут в принципе. То есть вас все равно будут обвинять, что вы подобрали ужасную одежду, которая вам не подходит. В общем, Эвелина Хромченко там придумает вообще, как обхамить ваши эти наряды. С заданием она совершенно не справилась, потому что она выбрала экземпляр, который ей, очевидно, не идет. Аленушкин образ, украшенный Эйфелевой башней, многократно повторяющийся в рисунке платья, это анекдот. Далее следует 3 дня примерно шопинга, вообще очень жесткого, часов по 8, а то и больше, по закрытым шоурумам, бутикам. Ну, в крайнем случае, если там вообще ничего не подберут, то едут в какой-то масс-маркет и там покупают вещи уже общей стоимостью, ну, около 60 тысяч рублей. Это качественные ткани, это интересные фасоны дизайнерские, и, конечно, все очень продумано стилистами, все это утверждается, то есть одни стилисты сами ходят, пересылают эти образы своим начальникам, там это все утверждается. В общем, работа кипит, конечно, и аксессуары, и обувь. И героиня себя реально не видит, то есть в примерочных завешивают все зеркала, героиня себя видит только вот в зеркале, когда она уже идет на съемки по подиуму, и это все действительно правда. Ну и давайте расскажем вам вот все с того момента, как нас привезли к этому заводу. Сначала нас провели в небольшую комнату для ожидания, куда позже еще пришли 3 группы поддержки. В день снимается 4 программы, и все это занимает, знаете, примерно, наверное, с 11 либо с 10 утра и вообще до позднего вечера, часов с 10 до 12, вот так. То есть для нас там были гримерные зеркала, было место, где могли разложить одежду, столы, чтобы покушать, то есть, в принципе, все условия. Мы также привезли с собой гигантские чемоданы. Вы знаете, Эвелина Хромченко, когда вот на вешалке рассматривает вещи, то есть это действительно все привозится с собой, и предварительно это все тоже отбирается редакторами. Эти вещи отдаются девушке, которая занимается тем, что отпаривает их и отглаживает. Вот прям у нее такое занятие. С главными героями предварительно работают редакторы, которые, в принципе, прогоняют все по сценарию. Да, сценарий там есть, и сценарий лежит у ведущих уже готовый на столах. Когда пришло время нам спускаться в саму студию, мы, значит, нас усадили, все тоже редакторы посмотрели, что как, в зал стали заходить зрители. И вы знаете, отдельно надо сказать про этих зрителей. Это какой-то кошмар. Туда зашли мужики такого потрепанного вида, в таких ужасных каких-то растянутых свитерах. Я не знаю, из каких годов эти мужчины вообще выползли. Первое, что снималось, это проходка Васильева, когда он рассказывал модные советы. Он рассказывал про леггинсы, в принципе, очень интересно. Единственное, что не слышно было практически ничего. То есть, если на телевизоре мы слышим все отчетливо, что аплодисменты не заглушают разговоров, то на деле не слышно вот реально ничего за овациями, потому что звукоусиления какого-то нет. У нас в защитницах, кстати, была Яна Чурикова. Вбежала Яна Чурикова, она вообще всем махала, она мега позитивная, мега энергично, она прям реально защищала нашу героиню, а вот Хромченко произвела на нас крайне негативное ощущение. Она, знаете, вошла как будто вот царица и даже не взглянула вообще на присутствующих, когда ей аплодировали. Так, знаете, как-то посмотрела так, и каждый раз, когда говорили стоп-камера, она просто убегала. То есть вообще никакого контакта со зрителями. Что касается самой съемки, очень многое вырезали. И особенно вырезали самые колкие, едкие замечания Хромченко. Знаете, у нас после съемки было такое негативное впечатление, у нас такой осадок был на душе, что мы просто вот потом зашли в автолайн наш и просто молчали, потому что очень было неприятно, некоторые фразы нас, ну реально оскорбили. Эти вещи
больше напоминают агентство эскорт-услуг, вот, а я не как модельное агентство. Я как раз ждала, когда же вы об этом скажете, Александр. То есть мы приехали из Нижнего Новгорода для Хромченко, Нижний Новгород. Это провинция, провинции. Какое нахрен модельное агентство? Вы о чем? Модельное агентство могут быть только в Москве. Она говорила очень нелицеприятные вещи именно о модельном агентстве, о внешнем виде героини. Знаете, такое ощущение, что она вообще, ну, не в курсе, что это все постановочно. Но, конечно, им надо все отыгрывать, побольше каких-то эмоций, побольше будоражить как-то героев. В общем, все на это, наверное, направлено. Но мы сначала думали только, что нам показалось, что к нам какое-то такое отношение негативное. Но зрители, которые потом смотрели в итоге передачу, тоже сказали, что они первый раз видят такой негатив со стороны ведущих. Либо вещи от стилистов, которые, как вы сказали, Нижний Новгород не будет воспринимать адекватно. Еще, знаете, было видно, что как вот Эвелина Хромченко вообще отнеслась к нам, что типа приехали такие все матрешки из Нижнего Новгорода. Мои красотки, моя гордость. Эвелина все поняла. Потому что сидели молоденькие модели, которые, естественно, мы накрасились как-то, ну так, знаете, чуть ярче для телевидения. Но гример-то, в принципе, все утвердил, все нормально. Вот, потом сидела я, единственный фэшн-блогер Нижнего Новгорода и там хозяйка единственного винтажного шоурума вот в своей этой вуалетке. Когда речь зашла вот о той же альтернативной неделе моды, которая была проведена на высочайшем, я считаю, для вот нашего города уровне, когда Эвелина Хромченко что-то начала говорить по поводу этого, что это не столичный формат, что да как это могли выступать на модном показе, могли выступать какие-то певцы, мне реально хотелось взять микрофон и просто вот ей что-нибудь грубо сказать, потому что она там не была, откуда, вот зачем она это говорит. Да, она столичная вся такая штучка, бывает там и в Милане, и в Париже, а мы тут сидим с вами в Нижнем Новгороде и пытаемся тоже какую-то моду видеть или изобразить. Это было очень неприятно, но я не стала ничего говорить, потому что я человек ранимый, и мне реально было просто страшно, что она по поводу моего образа скажет, хотя, например, для меня она женщина, которая вечно одевается в черное, неужели она, вот такой модный эксперт, не может действительно позволить себе какие-то яркие эксперименты? Нет, она не может. Ну и что касается вообще самой съемки, естественно, это все снимается не за один прием. Сначала снимается вот все, что до преображения, потом очень долгий перерыв, то есть это снимаются 3 программы, примерно по 2.5 часа, ну, 2-2.5, и то есть мы все это время находились вот в этой комнате ожидания, нас не пускали за пределы завода, видимо, что мы вот не местные, можем заблудиться, Wi-Fi там нет, вообще никакой связи, мы просто там сидели, просто болтали, ну, в общем, спустя время, уже под вечер, мы пошли на вторую часть съемки смотреть, что же делать с Верой. Все это время мы ее не видели. То есть для нас был шок, когда мы увидели, вот, что она вышла, она стала блондинкой. Вы знаете, мне действительно очень понравился этот цвет. Он действительно ее омолодил, я бы сказала. У нее засияли сразу глаза. В общем, мне понравилась, наверное, вот только ее прическа новая и последний образ с зеленым платьем. Первые 2 образа я не поняла совершенно. Я не поняла, почему всю передачу они говорили про то, что Вера хочет казаться яркой, одеваться как-то, ну, в более что-то смелое. Нравится мне быть яркой, нравится быть эпатажной. Но я думала, что стилисты ее оденут в какие-то более яркие цвета, но какие-то закрытые интересные фасоны. То есть, ну, подберут какие-то дизайнерские интересные вещи. Но в итоге первые 2 образа были какие-то скучные, второй, там вообще мех, который придает возраст. Вот, знаете, сочетание черного и коричневого, мне кажется, что ничего более старческого нет. В общем, мне это все не понравилось, но вот 3-й образ, да, был очень свежий, очень актуальный. Кстати, вот цветы, которые дарят в конце, это все покупное. Это то, что героиня должна купить и привезти сама на съемку. А вот те фразы, которые говорят там друзья, которые говорил муж, это, конечно, все должны были придумать сами. И что я могу сказать по итогу? Все мы хотим мгновенных преображений. Мы верим в чудеса, мы верим в богатых спонсоров и в то, что
что вот нам, как волшебные феи, подарят вот эти вещи, что все будет замечательно, у нас будет отличное настроение. На самом деле ничего подобного. Работа на этом проекте – это нереально просто эмоционально тяжелый труд. Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем участвовать в подобных проектах. Ну, а если вы хотите действительно преображений, то развивайте свой вкус, и тогда ваши преображения, возможно, будут медленными, но зато они будут более устойчивыми. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем до встречи в следующем видео.